И всем привет, ребята, меня зовут Антос Геймс, и вы попали на мой новый видеоролик, а точнее обзор на моды, ребята. Сегодня, ребята, у нас будет топ 3 самых лучших модов для Minecraft Bedrock. Ну что ж, ну а мы начинаем. Короче, ребят, начнем с обновления мода на жителей. Сюда добавились житель-кузнец. Житель с длинным названием. Туда. Так, потом. Изумрудный житель, ребята. И самый мне понравившийся житель. Это вы готовы? Удивился, ребята. И стримовый вилджерс. Вот так вот. Можно их убирать. Но и другие предметы, но вот это. А такие быстрее, ребята. Переходим к следующему моду. Вот, ребята, что-то, блядь, этот мод, ребята, это мой мод. Не путать, ребят. Есть другой мод, точно такой же, но не такой. Есть Twitch Dance Armor мод, но этот мод у меня не работал. Поэтому я сделал свой мод на вот такой капитан Сарма. Так, ребят, здесь есть вот такой вот броня спецназа, ребята. Штанишки не прогружают, ребята, это мы исправим. Так, потом. Сначала броня, ребят. Броня спецназа есть, потом. Вот такая вот космическая броня есть, ребята. Здесь тоже штаны не прогружаются. Космическая. Так, ребят, потом вот такое, ребят, ну для ядерной войны подходит, что ли. Да. Правда, тут ботинки как тапочки. Так, броней мы не закончили, ребята, броней мы не закончили. Есть вот такой какой-то шлем, ребят, что-то мне не понравилось, ребят, и к трубам. Переходим, ребята, к предметам. Джетпак. Вот так вот. Джетпак, ребят, вот, если вы уберете все, вы падаете вниз. Очки ночного зрения, ребята. Джампак, ребят, джампак. И боевой нож. Связь на 7 урона. Так, мы переходим к блокам. Здесь не очень много блоков, но есть. Так, вот такие вот блоки. Вот. Вот такие. Вот такие. Вот такие блоки есть, вот такой вот аккумулятор есть. Так, вот такой блок есть. Вот такой блок есть, ребята. Вот такие вот, вот такое вот ограждение, что ли, да. Типа этого есть. Вот. Короче, вот. Все, почти все в моей точке. Почти. Где-то 10%, наверное. Переходим к следующему моду. Следующий мод вот так, на вот такие вот блоки, ребят. Сразу же скажу, текстуры не мои. Текстуры были взяты из мода чисель. Из Java. Такие вот футура блоки есть. Вот такой вот какой-то блок есть, ребята. Я не знаю, что какой это блок. Вот тут блок, ребят, магмический, ребят. Магма. Хорош магма, ребят. Вот блок нубов. Вот такой вот блок есть. Вот такие вот доски, ребята, есть. Вот такие хорошенькие. Вот такой вот. Я назвал радиатор, просто на радиатор похоже. Канализационный. И вот этот. Земля вот такого типа есть. Так, вот это убираем, вот берем.
Вот так. Вот такой вот алмазный блок идет, другие. Это ограждение только, ну, медью называется, что ли, да. Изумрудные блоки окантованные в золото. Титановые блоки, ребят, титановые. Золотые блоки, вот такие. Алмазные блоки, окантованные в золото. Так, алмазный обсидиан. Вот такой вот блок, не знаю, что это такое. И еще вот такой вот блок, тоже не знаю, что это такое, ребят. Но вдруг пригодится, нет. Так, вот такой блок есть. Вот такой вот алмазный блок другого типа есть. И вот такое вот ограждение, ребята, барьеры. Вот так вот можете поставить. Вот. Вот, ребят, все блоки. Повторю, ребята, текстурки были взяты с мода кисет. Из Java. Ну что я могу сказать, ребята? Все моды будут слиты. Я оставил пост, ребята, в Телеграме и в Ютубе сообществе, что модов не будет. Ну, ребят, обидно как-то, ребят, когда человек делает обзор на ваш мод и не указывает автора. Вот так вот. Ладно, ребят, моды будут слиты. Я решил, ну это же просто моды. Чем мне они нужны? С этим модом для того и нужно, чтобы все играли с этим модом. Все моды будут слиты, которые были показаны в обзоре. Ребят, укажите автор, пожалуйста. Укажите автора. Ребята, я вас прошу, укажите автора мода. Просто в описание заглядывайте и там добавьте описание и ссылку на мой канал или просто ник. Вот, ребята. Ну, это были все моды. Ребят, эти моды я сам делал, ребят. Это все мои моды. Ребят, ну что ж, с вами был я, Nortas Games, не забывайте ставить лайки и подписываться на него. Всем удачи, всем спасибо и всем!